Всем привет! Вы находитесь на канале Legus, и сегодня я вам хочу показать свою новую самоделку. Это вот такой вот мини-багги. Как вы видите, моделька сделана в таком вот мини-масштабе, но даже такая вот мини-моделька может порадовать целыми тремя функциями. Давайте рассмотрим внешний вид модели. Внешний вид модельки очень простой такой, я не сильно запаривался над внешним видом модели, я более запаривался над функциями, да. Я целых три функции внедрил в эту модельку. Ну, детализация такая простая, тут есть вот турбины сзади, выхлопные трубы, есть каркас безопасности, ну, это вот панельки, чтобы более модель была такая плавной, обтекаемой формы. Ну и что? Ну, в принципе, по дизайну тут больше ничего нету такого интересного, вот. Так что, вот, еще раз повторюсь, что дизайн тут такой себе, не очень. Давайте лучше рассмотрим самое интересное, а именно функции. И первая функция — это рулевое управление. У модельки поворачиваются колеса передние на вот такой вот угол. Угол небольшой, могу вот продемонстрировать. Поворачиваем угол не сильно большой поворота. И, кстати, очень интересно сделал рулевое управление с помощью вот такой вот детальки. Это соединитель пневмошлангов. Ну, в принципе, вот так идеально все поворачивается. Вот шестеренка, за которую мы можем поворачивать. Следующая из таких простых функций – это открывающийся каркас безопасности. Ну, или вот такая вот кабина. Сюда можно посадить человечка, но мне кажется, он сюда не влезет. Да, он сюда не влезет, тут слишком маленькая машинка эта. Ну вот, открывается каркас безопасности вот такой вот. Или кабина, как вам удобнее. Ой, я только что спалил еще одну функцию. Ну ладно, все равно я буду сейчас показывать. Так что вот так вот просто открывается вот этот каркас на трении. Тут, кстати, я даже применил вот такой вот бар. Вот это бар. Вот такая вот палочка. Сейчас я вам вблизи покажу ее. Вот такая вот эта палочка. Бар. Только в черном цвете. Вот. И да, применил я эту деталь, потому что тут очень такая сложноватая конструкция. Все очень впихано, так вот компактно. Ну и следующая функция — это подвеска. Да, у этой модельки, мини-модельки, есть подвеска. Она сделана с помощью резиночек. Вот тут стоят белые резиночки с одной стороны и с другой, и эта подвеска работает. Чуть-чуть подвески попозже. Тут еще есть передний мост. Вот этот передний мост, он качается. Тут нет подвески, не получилось сделать подвеску, но зато он качается. И на каких-нибудь кочках машина может вот так вот встать. Одно колесо все равно будет на земле, а другое нет. Вот. Этот мост вот так вот качается. Ну и подвеска, задняя подвеска, да. Она полностью работает. Нажимаем, и моделька вот так вот функционирует. Даже можно попробовать взять колесико и вот так вот подставить эту модель. Как вы видите, моделька полностью функционирует. Эту подвеску отрабатывает. Вот эту вот кочку. И передний мост в этом тоже очень сильно помогает. Заднее колесо стоит на земле. И вот эти вот с помощью поворотного моста переднего тоже стоят на земле. И машинка может проезжать какие-нибудь препятствия небольшие. Давайте попробуем на руке. Посмотрите, какой артикуляция самая большая. Ну вот, вот это вот максимум. Ну да, тут примерно вот это вот все колесо. Вот. Ну, скажите честно, для такой модели такая вот артикуляция колес — это очень много. И еще даже сделал такую подвесочку. Так что вот такая вот классная моделька получилась. Какие итоги хочу подвести по данной модельке? Я очень сильно доволен своей работой. Я сделал и подвеску заднюю, и передний качающийся мост, открывающийся каркас безопасности, рулевое управление, ну и, в принципе, все, да. Три функции для такой модельки, я думаю, это вполне достойно. Моделька сделана в очень маленьком масштабе, ну, очень маленьком. Давайте возьмем балку на 15 и измерим. А, ну вот, она реально, как это, ровно на 15 тут идет. Вот балка на 15, и она ровно 15 тут. Ну и да, я знаю, что вы очень сильно хотите собрать эту модельку, потому что моделька получилась, ну реально, очень классная. И детали у нее очень простые, ее сможет собрать абсолютно каждый. Так вот, как только на этом видео насобирается 100 лайков, я выпускаю подробную инструкцию в свой Инстаграм. А ссылку на мой Инстаграм вы можете найти в описании под этим видео. Так что
Собираем 100 лайков, и я выпускаю видео, как собрать эту модель в свой Инстаграм. Давайте покажу, как еще раз работает подвеска. Она очень мягкая, вот реально. Очень хорошо отрабатывает, вот так вот артикулируется. Подвеска сделана, ну реально, очень классно. Мне очень сильно понравился результат. Ну что, если тебе понравилась вот эта вот прекрасная моделька, пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по данной модели, и что бы ты хотел тут еще доработать. И ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну и всем удачи, и всем пока.